Итак, я закончила свой долгосрочный процесс, и так как руки мои не могут без того, чтобы что-то делать, я выбрала новую модель. По вашей просьбе я прокомментирую ход своих мыслей и начало нового процесса. Мне казалось, что у меня много белых ниток, но теперь я вижу, что их у меня недостаточно, и придется их мне прикупить. Ну а пока я внимательно рассмотрела выбранную модель и разобрала ее на мотивы, которые мне придется научиться вязать и изготовить для того, чтобы собрать это изделие. Листик, направленный вправо, листик, направленный влево, ананас с обвязкой, крабик, ананас без обвязки. Оказалось, что на Pinterest есть схемы именно этих мотивов. И это очень облегчает процесс, так как не придется выбирать похожие мотивы и фантазировать. Здесь я размещаю эти схемы, и вы можете остановить экран и рассмотреть их повнимательней. Они несложные. Когда я разберусь и у меня получатся достойные мотивы, я попытаюсь заснять вам вязание одного из них. Для вязания маленького ананасика без обвязки можно использовать схему для вязания большого ананаса с обвязкой. В качестве выкройки я хочу использовать вот эту желтую майку. Мне кажется, что она сидит достаточно свободно на мне, удобно. Единственное, что надо продумать длину. Может быть, надо сделать блузку немного короче. Когда мотивы начнут хорошо получаться, можно будет разложить выкройку, подсчитать количество мотивов и приступать к их вывязыванию. Но это будет уже следующий этап, до которого я еще не добралась. Но надеюсь, доберусь и поделюсь с вами. Ну а пока, пока!